Это прогноз погоды, и я его ведущая Анна Базлева. Здравствуйте! Мороз и солнце – день чудесный. Именно так можно охарактеризовать погоду в среду. Температура за окном немного опустится, но ясное небо и отсутствие осадков это компенсирует. В Кировске завтра в утренние часы минус 10, к обеду потеплеет, ветер слабый северного направления. Атмосферное давление в пределах нормы, как и полагается, в морозную погоду. В Апатитах в среду ясно. Кратковременное потепление закончилось, температура воздуха стремительно опускается вниз. И в отдельные часы будет достигать минус 9 градусов. На севере области всю ночь бушевали ветра. В утренние часы они дадут небольшую передышку жителям Мурманска. А после полудня задуют вновь, правда, уже не с такой силой. В дневные часы осадков не наблюдается. Температура воздуха минус 3, минус 5. Погода облачная с прояснениями. В Кандалакше в среду малооблачно, утром минус 7, днем минус 3, без осадков, но достаточно ветрено. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Длительность светового дня на широте Кировской Апатитов 27 октября составит 7 часов 51 минуту. 27 октября православные верующие чтят память святой Параскевы. Народным приметам в этот день нельзя стирать и прясть пряжу. А вот шитье не запрещается, так что можно вечерком рукодельничать. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких.